Здравствуйте! В эфире очередной выпуск программы «Связист Информ» и я ее ведущая Светлана Тинькова. Этим летом стартовал проект компании «Связист» по введению в эксплуатацию сети связи в селе Станшолкша, построенной по ультрасовременной технологии «Оптика до дома». Это событие ждали все. Современные услуги высокого качества проведены уже в 26 домов и доступны более чем 700 жителям. Наверное, поселку нужно, но нам-то не надо старикам. А как же молодежь-то будет без этого? Вот мои внуки, им обязательно нужен. Очень даже нужно. Как долго этого ждете? Ждем долго, я сама этого жду. Вот. Будем тоже делать. Дадим объявление, вот повесили у нас на подъездах. Вот сегодня попытались сейчас позвонить, а у нас свету нет в поселке. Почему тут включили? Нужен. Очень даже нужен, не хватает этого. Как бы спутниковую антенну тоже желательно. Но это все вместе же с ними. Почему бы и нет? Неплохо будет. Это не с модема, с модем плохо ловит. Ну, я не знаю, как вам сказать. Во-первых, мне вот, по крайней мере, интернет для детей по школе нужен, чтобы связь лучше была. Хотим идти в ногу со временем. Мы все-таки живем в 21 веке. Это... Мы хоть будем теперь даже кстовские новости смотреть. Кабельное телевидение – это просто замечательно. Я вот правильно сказал, я являюсь первым абонентом в Шолохше. И мне это очень нравится. 60 каналов. Я также подключил цифровое телевидение. Пока 100 каналов. Все идеально, чисто, все, интернет работает. Так что я очень рад, надеюсь на сотрудничество, что у нас в населенный пункт Чернуху тоже эта связь придет. И мы будем сотрудничать. Люди, я думаю, будут все довольны. Вниманию абонентов предложен большой спектр тарифных планов, а также подключение как одной услуги, так и пакета по выгодным экономичным ценам. Действительно, в силу своего географического положения, небольшие населенные пункты не только в Нижегородской области, но и вообще по всей стране далеко не всегда получают качественные услуги связи, тем более современные услуги связи. Наша сеть связи построена на базе оптического волокна. По современной технологии FTTB, оптика до дома. Мы, конечно же, будем работать, и ежедневно мы работаем над тем, чтобы каждый наш абонент был удовлетворен. Мы работаем над удобством, сервисом и качеством. Новые абоненты поселка Станшолкша смогут оплачивать услуги в отделении почты, по карточкам, через личный кабинет, не выходя из дома, а также в сервисных центрах. Подключить услугу или получить подробную информацию можно, позвонив по телефону 7 77 11. Ждем ваших звонков, будьте на связи вместе с нами. Подключи друга и получи скидку. Рекомендую своим друзьям и знакомым подключить услуги связи от компании «Связист». Получайте бонусы. За одно успешное подключение скидка на пользование услугами связи составит 200 рублей. Акция действует до 31 декабря. Подробности акции узнавайте по телефону 7 77 11. Глоток прохладной воды бывает единственным спасением в жаркую летнюю пору. Наша компания заботится о комфорте для своих клиентов. Именно поэтому питьевая вода и кондиционер всегда доступны нашим абонентам при посещении наших сервисных центров на проспекте Победы, дом 3 и улице Мира, 21А. Заходят мамы с детьми, заходят, спрашивают, можно или нет попить. Мы разрешаем им проходить и пить. У нас очень прохладно, и в жаркую погоду у нас клиенты приходят, чтобы охладиться. Ну, здесь хороший абонентский отдел.
Очень приятно в жаркую погоду стоят кондиционеры, и можно охладиться водой из кулера. С нами комфортно в любую погоду. Знакомьтесь, наши новые абоненты. На этом наша программа подошла к концу. С вами была Светлана Тинькова. Удачи вам и до новых встреч!